Так, пацаны, миссия номер 4, Тихий Ангел, начинаем наступать. Это задание немного отличается от остальных, джентльмены. Нас попросили сделать одно доброе дело. Как вы, может быть, знаете, переворот в Аддис-Абебе совпал со страшнейшей засухой, сравнимой лишь с той, что была в Эфиопии 20 лет назад. Ситуация не так страшна, как была тогда. Но большинство уверено, что во внутренних районах по обеим сторонам границы много голодающих. Ситуацию ухудшает то, что местные военачальники, связанные с новым правительством, принялись грабить грузовики с припасами и красть или уничтожать их содержимое. В результате коалиция международных благотворительных организаций попросила организовать военное сопровождение для караванов с гуманитарной помощью, направляющихся в лагеря беженцев. Вы будете охранять первый караван, маленький конвой из 4 грузовиков, идущий в лагерь беженцев, рядом с западной границей пустыни Денакил, по дороге, которая технически пересекает границу Эфиопии. Кроме того, на нашем пути обнаружен эфиопский военный лагерь. Скорее всего, они попытаются уничтожить грузовики и захватить наш груз. Вашим заданием является предотвращение этого. Сделайте так, чтобы они больше никого не побеспокоили. Маршрут конвоя будет проходить через старое русло реки. Превосходное место для засады. Вы должны доставить все грузовики до конечной точки маршрута целыми. Займите господствующие высоты и уничтожьте всех, кто желает помародерствовать. Будет хорошо, если вы сможете уничтожить всех врагов. Но важнее всего, чтобы грузовики проехали через русло целыми. Лады. Качается, почему? Бля, у меня какие-то охренительные должны снайперы быть. Знаешь, куда мы его сунем? Рис. И пошло. Где прицел? Чё прицел пропадает постоянно? Возьми, снайпу возьми в руки, блядь. Чувак! Спасибо. Да, блядь, чё-то коврик хуёвый какой-то, сука, блядь, мышка и лозит, сорян. Куда они едут? Я понял. Да сука ты ебливая, блядь.
хороший человек. Ща въебусь по стволу, смотри. Как не попал? Все. Убийство подтверждено. Воу. А чё, протупили так жестко, чуваки? Стоят, смотрят, ебать. Не понял. Хуя себе. Попробуй увидеть его, блядь. Это мы такой крюк, что ли, сделали? Серьезно? Я хуею. Пацан кряхтит от боли. Не может уже терпеть. Кстати, они могут и завернуть, между прочим. Что не исключено. Не, вроде не заворачивает. Да, здесь мы троих заванчили, да. Заебись, они к нам едут, отлично. Нихуя вас. Убийство подтверждено. Он история. Блять, сука, вылез. А, ждем. Да откуда, блядь?
сука! Урода, бля. Да ты чё такой снайпер, ты слышишь? Блять, и сзади, и спереди стреляют. Там еще один есть. Он история. Уже нету. Прощай. Ушел. Ебать, а что, я теперь отсюда не спущу, что ли? Охуенно. Чё это летит? Птицы, блин. Крыльями не машут, просто летят. Да хуя тут ещё топать? Сохраниться надо. Пока не видно никого. Походу закончились. Чё там, они заебись едут, всё зебра. Отлично. Все дальше не идет. Ждем, хули дела. А, подожди, там же можно там другой проезд есть какой-то. А где этот проезд? Это что? Он история. Уничтожьте все силы противника. Изи, блядь, даже не почел, что сложно. Ну что, продолжим тогда следующая миссия, ребят. Давайте.